Друзья, всем привет! Речь про кейс инструментальный, леруашный кейс. Из хорошего пластика сделан, достаточно плотный. Многие мастера его юзают. Но у него есть один недостаток. Вы заметили уже вот эту крышку и вот эти карабинчики. Вот эти карабинчики я пришпандорил сюда. Почему? Потому что недостаток вот этого кейса заключается в том, что у него вот эта вот пластиковая из оргстекла сделанная крышка прозрачная, у нее вот эти вот крючки, которые вот сюда защелкиваются, со временем ломаются. Они могут поломаться как от усталости самого материала, также они могут поломаться и от перепада температур, и становятся хрупкими. Здесь такие маленькие крючочки, защелочки. И они ломаются. И также ломаются они, когда вот на каком-то объекте мастер, допустим, вот с выездом при этом кейсе, у него надо быстренько его открыть. И здесь вот еще, кстати, один недостаток. И смотрите, вот сейчас увидите эффект. Видите, оттягивается вот этот край, вот этот. И только потом вот тот выскакивает. И, соответственно, при неравномерности открывания вот этой крышки ломаются вот эти крючки. Вот тут тоже поломаны, и вот здесь поломаны. Ну и вот я вышел из положения, пришпандорил вот эти карабины такие, чемоданного типа, вот к этой крышке прям. Вот приемная часть, вот ответная, или наоборот, ответная и приемная. То есть накидывается, защелкивается, вот так накидывается, защелкивается. И становится достаточно удобно. Почему вот эта крышка важна, чтобы она не открывалась, чтобы были защелки? Потому что вот здесь вот при открывании вот этой нижней части ящика, кейса. Вы, поднимая крышку, в работе вам надо ее быстро поднять, и вот это, если она не держится, она откидывается, и вот это все, что внутри находится, оно выпадает у вас. При поломке я пользовался сначала скотчем каким-то, здесь заклеил, но это очень неудобно, и плюс вот я заляпал, и это недолговечно. И вот потратил всего лишь 200 рублей. Кто-то может применить, наверное, и от старого чемодана. Я купил вот за 200 рублей две штучки, по 100 рублей получается. И прикрутил их на эту крышку. Сейчас покажу. Вот я просверлил вот здесь отверстие. Вот так вот разметил, выровнял. Вот это вот я специально пока не обрезал, я обрежу. Это я вам показать, что вот они ломаются. И вот отцентровал, сюда вот засверлился тихонечко. Ну, можно паяльником прожечь дырочки, отверстия. И закрутил на винтике. Вот. Три винтика. Здесь под крестовую отверточку. И вот так вот это дело защелкивается. И здесь тоже три винтика под крестовую отверточку. И с обратной стороны сейчас покажу. Вот, видите, приходится застегивать, чтобы открыть вот эту крышку. Вот эту. Вот, смотрите. Вот, с обратной стороны, вот тоже. Вот если заметите, разгляните. Вот я осветлил. На три гаечки. Прикрутил. Ну, подобрал винтики. Ну и сейчас вот проблем особо вообще никаких нету. А почему вот этот кейс имеет смысл вот так вот за 200 рублей починить? Потому что, ну, опять же таки, они подорожали, фирменные вообще дорогущие сейчас стали. А кейс — это важная такая составляющая у мастеров, это как некая экосистема инструментальная. Особенно на выезде, когда, вот видите, вот здесь вот все хранится, вот так вот, все, как у доктора. То есть вот так вот. Всегда вот здесь вот все принадлежности там вот лежат. И как бы это всегда удобно. Это лучше, чем в пакетах каких-то там, в коробках. Ну, кейс такой среднего класса. Ну, прочный, кстати. Я его давно юзаю. Вот здесь, видите, он весь такой. Ну, он царапается, конечно, но не сильно, я хочу сказать. И вот эти защелки, вот это продумано, что они вот здесь стоят, вот эти стандартные. Ни по центру, там, ни по бокам. Корпус, он не раздувается. Ящик и не гибкий, и не хрупкий. Только вот эта часть хрупкая. Ну и вот получилась вот такая вот, еще раз обратите внимание. Может быть, кому-то пригодится. На моем канале как бы полезные видео. Может, у кого-то тоже такая причина сейчас. И он в раздумьях. По размерности вот эти вот карабины, ну, мне попались такие. Я искал поменьше, вот такие малюсенькие, но их нет нигде. Но вот эти вот, они тоже не мешают. Соответственно, если что-то еще отломится, хотя вряд ли здесь что-то еще отломится, ну вот, только если вот эти пластиковые, то вот это вот можно также здесь продублировать и будет нормально. Ну, это подойдет, в принципе, и для всех других кейсов. Вот такая вот хитрость. Ну, не хитрость, а доработка как бы. Так что вот имейте в виду, друзья. Если понравилось, поставьте лайк. Если есть что прокомментировать, напишите, пожалуйста, комментарии и подписывайтесь. Я стараюсь для вас. Спасибо, всем пока.